Всем ассаламу алейкум, коллеги. Сегодня у нас пятница. Ой, суббота. Суббота ночь, а время на часах 17:33, как вы можете видеть. Сейчас нужно будет машину помыть. Грязная, фотоконтроль машины вчера хотел пройти утром, но забыл. Сейчас быстренько помоем машину и будем проходить фотоконтроль, а потом уже ехать в шарик. Шарик-то полыхает, как обычно. Все, присаживайтесь поудобнее. Жмякайте лосьце, подписку на канал оформляйте. Мы начинаем. Здравствуйте. Сначала пассажиров сзади, а потом уже багаж. Поняли? Люблю, когда через терминал Б. Один чемодан, и все решено. Друзья, фиксируем сумму 6684. Первый заказ из шарика, почти 3000. Прекрасно, вежливый пассажир, отличный пассажир. Едем за следующим. Как всегда в Аисте много народу, очень-очень, это у нас Патрики там дальше, малая Бронная. Блин, слушайте, я 3 минуты постоял на улице, я замерз жестко. Это просто пипяо, нужно срочно пиджак покупать черный. Точнее, уже не надо покупать, через 4 дня буду машину сдавать, 3 дня, как-то так. Ну что ж, всем ассаламу алейкум, коллеги и друзья. Сегодня у нас такой выпуск будет, немного о грустном. Как говорится, у всех историй есть свой конец. Моя история с этой машиной приходит к концу. Эту машину я сегодня сдаю, подготовил, почистил. Сам комплексную мойку сделал, пропылесосил, как говорится. Все чистенько, в пакете мои вещи. Вот так нужно сдавать машину к владельцу. Коврик чистый. Багажник, три вот тряпка, вещи его. Я свои вещи забрал. Ну, что я могу сказать? История заканчивается, но история с работой не заканчивается, только с этой машины. Эту машину сдам через 2 недели, иншаллах. Я надеюсь либо приобрести себе под выкуп машину в бизнес-тарифе, либо взять в аренду Майбах, либо Премьер. Ну, посмотрим. Какие есть идеи, пишите в комментарии, я все это прочту, прокомментирую. Ну все, пересаживаемся на К+, работаем 2 недели, и в течение 2 недель что-нибудь да нужно сделать, поменять точнее. Всем огромное спасибо за поддержку, жмякайте лось, подписку на канал, как обычно, всегда приветствуется. Всем удачи, всем пока. А надо тут подвинуться назад. Здравствуйте, для начала. Балаган? Да. Пожелание будет? Нет. Верхняя улица? Угу. Как у вас дела? Отлично, спасибо, ваше. Потихонечку, помаленечку. Здравствуйте. 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 Вечер добрый. Он меня прижмет? Нет, я отключил. Отключили? Там, да вы что? Хотите, это же прям космическая прижал? Штука. Да. Только в Мерседесе меня ремень прижимал. Пожелание будет? Ремень, чтоб прижал.
Ты серьезно? Опа! Он, что он это сделал? Классно! Прижал? Ремень, да! Да! Офигеть! А я думала, что это Мерседесом самим было отключено, как функция. Ну, кстати, это было бы, да, вообще жестоко. Приятно. Вообще офигенно. Подождите, вы можете еще и силу регулировать? Тихо, подожди, да, мне кажется, можно вообще дожать до того, что я уже буду просить отпустить меня. Очень прикольно. Ты помнишь, я первый раз так у Ромы сел, я чуть не обосрался. Да что ты, черт побери, такое несешь? Простите. Так, 5 минут, 700. Вот такая вот функция, когда вы вот пристегиваете. Смотрите. Раз. И она вот вук, все, подтянула. И этому мужичку очень сильно понравился, как ремень пристегивает. Ну, то есть подтягивает. Так. Сейчас я вам открою. Спасибо. Техника безопасности. Да. Пожелание. Так, будет? Можно, да, музыку нашу включить? Ну, конечно. Без этого никак. Потому что влияет. Ну, вообще-то влияет. Да? Да, на моем памяти остаются ваши контактные телефоны, звонит, типа, да, туда-сюда, но вы не переживайте, я никому не сливаю. Вы никому не звоните потом? Нет, а зачем? Они сами звонят. Номер мой просят, но потом сами звонят. Ну нифига себе, с каким-то кайфом. Сколько ехать с пасека? 900 метров? Пойдет. За их бабосики любые капризы. Главное, чтобы не отменили. Здравствуйте. Я вперед? Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я закрыла. Умничка. Конечно. Почему ты даже на месяц только? Здесь работаем. Кем работаете? Пристегнитесь. Серьезно? Да. Какой компании? Яхте. Так, что надо билет положить? Это такое не слышно. А куда мы едем? На Царскую площадь. Нет. Давайте в Барвиху. Да, мы едем в Барвиху. Нет, поменяйте адрес. Нет, на Царскую площадь. Ну мы, я другу должен. А мы его там будем ждать. А что там? На Царскую площадь поменяйте, серьезно. Кто вызывал такси? Я сейчас. Я поменяю. Ленинградский проспект, 29, корпус 3. Там все, что хочешь. Там и рестораны, и кальяны, и это поменяется. Поменяется? Ленин. Вот здесь. А что это клуб? Это ЖК огромный. Нет, блядь, на меняем! На территории ЖК меняем! Нет, мы обратно едем. Кого там депо? Барвиха. Да? Барвиха. Нет, серьезно, вы определитесь. Мы определяемся. Барвиха. Точно Барвиха. На Тихвинский? Угу. Бросаешь, блин. Так как я не готова домой. Да я не зову вот тебя домой. Тихвинский вызвал. Так это ж не квартира ко мне. Я поменяла адрес. Ладно, я тогда здесь ухожу. Так остановись? Да. Тимур, ты меня разочаровал. Ты тоже, потому что я тебя домой не звал, это не дом. А что, блядь, извините, здесь нельзя стоять. У меня здесь пешеходный переход. Ресторан Паризем французский. Ага. Пока. Пошел нахуй. Нет, а в смысле, что это такое? Как ты сразу не поняла, что я тебе говорю, поехали в этот... Нет, ЖК, блядь, извините меня. Да тут недалеко. Потому что ты поприкалываешься. Нет, какая разница, недалеко, блядь, ЖК. Это значит, что жилой комплекс. Что? Домой. К себе домой зовет вас. Вот. Нам не надо такого. Нет, не открывай. Посмотри, телефон мой там лежит. Спасибо. Да, интересный момент. Вообще. Как же меня это... Ну не везет мне на мужчине что-нибудь сделать. Не везет. Долбоебы один. Ну. Нет, мы с
сначала. Блин, я тебе нашла охуенного мужчину. Да какого, Маша? Вот того первого встречного. Ничего себе, красавчик. Извини меня. Блин, ну это странно, да? Сразу девушка домой. Потом мы едем в Турцию, и что мы будем делать? Ну, он как-то прям... Прям сильно туда. Да. Маш, я тебе говорила сразу, он шутки не воспринимает, он все всерьез. Интересно. А один ко мне подошел, попросил номер. Ну. Я ему дала телеграм, номер не дала. И, короче, я тебе напишу, давай прогуляемся, посмотрим. А потом Маша приколом просто какому-то говорит, я ищу подруги парня. И она одному просто так сказала, а это оказался его брат. И он думал, ты к моему брату так подходишь. Так ты красивый же, блин. Да нет, первый, который, первый. Не русский тоже. Короче, она ему просто приколом. Да. И он потом подходит ко мне с разборками. Ты к моему брату подходишь знакомиться. Вот твоя подруга это делает. Это вообще некрасиво. Я говорю, матом, ты говоришь, ты долбоёб? Я говорю, тебя минуту знаю. Вот в Москве все такие? Да. Да. Понимаешь? По выходным. Мы через месяц в Турцию уедем. Нет, по выходным, да. Это так и есть. Частью мужской девочки. Что за сфера? Яхтинг. Яхтинг это. Мы стюардессы на яхте. Ну и экипаж у нас. Ага. Вот и остальные парни там матросы. Потом у нас еще есть капитан. Лоцман, вот капитан, да. А вообще встретить нормального, адекватного мужчину. Ну, вот же перед вами стоит. Вы? Ну а кто? Ну да, хорошенький такой. Ну, почему нет? Хорошенький. Что я, чем плохо? Хорошенький. Спасибо. Берем. А переводом можно? А, кстати, у вас наличные, да? Машка, я тебе потом переведу, ты мне скажешь, сколько. 19-65-68. Это мой личный 6, номер, 5, если 6, что. Да? Да. Машка, вот это за скрин. Сколько надо там? А, я не знаю еще. Так, 1023. Завершаю, 1023. Это вам подарок. Спасибо, не хочу, честно. Честно, вот признаюсь, я очень трудно. Все? Может, вон туда оставить? Или девушке отдадите? Я просто не знаю, куда кинуть. Сейчас а вы можете со стороны сказать, некрасивый или нет? Кто? Вы? Да, ну мы сейчас видим. Вот прекрасно. Шесть. Может, сейчас проветрим тебя приземлить? Так, давайте. У вас тоже розовый пол? Да. Реально? Да. Ничего себе. А девушка уже ждала здесь. Давай, я вспомнила. Слишком длина. Все? А, хорошо. Берегите себя еще. До свидания. Спасибо. А, вот девушка. Вот же мусор. Мусор. Да. Продолжаем работу. Такие интересные пасеки попались. Здравствуйте. Ваш такси? 943? Нет. А твоё как? Как? Да вы не слышите? Да ёбаный в рот! 990! 2 минуты в пути, 980. Следом заказ приходил, тоже 980, 2 минуты. Неплохо, рубим капусту. Ну что ж, друзья, долгожданный заказ, берем и едем, подаем и домой. Доброе утро, доедем к моей полиции. Электронный. Электронные. Давайте посмотрим электронные. Короче, ситуация, видите, 59 минут. Остановили гаишники, я начал снимать. Гаишник потребовал страховку. Страховка у меня электронная. Ну, у этой машины электронная страховка. Я никак не мог найти, Мне хозяин машины скидывал страховку, и я там вписан был. Я не знаю, то ли я удалял там смски, то ли что, я не мог найти вообще. Потом я позвонил Тинькофф страхование, спросил, могут ли отправить мне в электронном виде страховку. Они сказали, да.
рассказал им, ну, электронную почту. Они сказали, в течение там 5-10 минут придет смс-ка, письмо. А пассажирка у меня опаздывает уже, понимаете? Я выхожу к гаишнику, говорю, так-то, так-то. Командир, говорю, типа, человек опаздывает, самолет. И он, знаете, что мне говорит? Нужно было останавливаться там, где я тебе показал. Я 80 км в час еду возле Шереметьево. И он мне палкой, жезлом показывает, остановись. Я останавливаюсь, ну, потихонечку, да, торможу, останавливаюсь. И он такой на принцип, понимаете, просто, он говорит, нужно было, знаешь почему? Я говорю, почему? Он говорит, нужно было останавливаться там, где я тебе показал. Просто пипец. Сколько, 25-30 минут постояли там. Короче, ладно, не буду долго вас грузить. Еду домой. Пассажирка еще, блин, осталась недовольна, наверное. Он говорит, я опаздываю, что делать? Я говорю, ну, извините, пожалуйста, туда-сюда. Я возле дома. Ну что ж, подводим итог. 15-312-170. Вот такая вот сумма. Из них вот эта сумма вчерашняя. Остается вот столько. Из них 4500 минус. Минус 2500 бензин, минус, ну, 250 вода. Вот столько я чистыми заработал. 13. Это у нас 310 км. 12 часов 32 минуты на линии. Так что вот такие вот результаты. Заказов не буду говорить. Сколько сделал? Сколько сделал, столько сделал. Жмяк, жмяк, жмяк. Подписка, подписка, подписка. По-братски. Всех обнял, поднял. Всем удачи. Всем пока.